Я выезжал на зеленый свет, меня прикрывал автобус. Автобус начал резко тормозить, я среагировал на торможение. Увидел, что у меня летит Форд синий. Попытался уйти от маневра, потому что тормозить было нереально. Получил бы удар в дверь. Ушел влево, получил по боковой, и водитель Форда улетел на пешеходов. Я ехал на зеленый, а Форд ехал на красный, пытался остановить, но говорит, у него не сработали тормоза. Причина, получается, что тормоза не сработали? Не-не-не, тормоза были. Я за тормозы, я же говорю. То есть вы хотите сказать, что поздно это? Поздно, да, поздно за тормозы. Сбило несколько пешеходов. Точнее, сбил одну бабушку, у нее сломана нога. Ну и сбил еще человека одного, у него ушиб. А ребенка? Ну, ребенка, да. Нет, дитина на руках была, где женщина просто налякалась, ну, от шума. У меня есть видеорегистратор, подтверждение, плюс тут еще видеокамеры висят. Просто затормозил, зацепил машину, получается, меня выкинуло на тротуар. Значит, выскочил на тротуар какой автомобиль? Синий Форд. Но не Фиеста, Фиеста моя. Вот это честно. Ясно.